про конечные последовательности. Есть стандартный прием, который идет тоже от, если хотите, от обычной теории множества. Что такое последовательность? Последовательность – это функция изначального отрезка натурального ряда, натуральный ряд. А функция, что такое функция? Это множество порядочных пар. Вот. Есть такой подход. Пожалуй, начну здесь нумеровать даже с нуля. Давайте мы сделаем так. Сопоставим наши последовательности. Такой код. Код чего? Код вот такого множества. Это будет множество пар. Не зря же мы пары вида. И по всем и, которые меньше n. Понятно, что я имею в виду? Или не очень? Ну, у нас уже есть коды конечных множеств, значит, мы нашей порядочной последовательности сопоставляем множество пар, состоящие из всех таких пар, у которых первый элемент – это номер x, а второй элемент – это сам x. Так сказать, аргумент функции – значение функции. Другими словами, что это за множество такое? Ну, это будет сумма, наверное, 2 в степени пар 0, x, 0. Плюс 2 в степени пары 1 x1 плюс так далее, плюс 2 в степени пара n x1. Вот это то кодирование, которое я здесь предлагаю. Значит, заметим, что при таком кодировании это кодирование будет, так сказать, однозначно, но не взаимно. Каждому, скажем так, разным последовательностям будут сопоставляться разные натуральные числа, разные коды. Так что по кодам мы всегда можем их различить. Но, скажем так, неверно, что любое натуральное число теперь является кодом некоторой последовательности. Нам это, в общем-то, свойство и не нужно. Что нам нужно, это то, что мы теперь можем выразить. Скажем так, нам нужно только то, что множество всех возможных номеров последовательности теперь можно записать формулу, опять же, это ограниченные формулы нашего арифметического языка. Да? Хорошо, значит, как нам это сделать? Почему не все такие, скажем так, почему не все числа соответствуют последовательности? Ну, потому что вот эти пары, которые идут здесь, они весьма специальны. Они обладают двумя свойствами. Во-первых, для каждого, я напишу это даже формат, для любого и меньше равного n, существует какой-то, скажем так, xi, такой, что пара и, ну, существует y, такой, что пара и y лежит в нашем множестве, да? Вот это вот число. Значит, для каждого натурального числа меньше или равно n найдется какой-то y, который дает соответствующую пару, и лежит в x. Ну, и второе, это то, что такой y однозначно, да? Для любого y меньше или равного. Функциональности и определенности всюду на этом самом интервале от единицы до n для наших последовательностей. Да. Здесь можно написать для любого и как n. Все кванты можно ограничить, как всегда, потому что все, что здесь мы высказываем про какие-то числа меньше x. Да. Ну и вот теперь, если мы рассмотрим конъюнкцию этих двух.
получим определение того, что означает некой новой формулы. Сек от x, которая выражает тот факт, что x есть код конечной последовательности. Еще раз, чтобы проделать конечную последовательность, мы сопоставили произвольные конечные последовательности, некоторое конечное множество, ну и тем самым его код. И дальше мы сумели выразить множество всех тех натуральных чисел, которые могут быть кодами последовательности. Коды с последовательностью нам нужна важная вещь, а именно функция, которая выделяет там итый элемент нашей последовательности. Но это легко. Значит, вот, когда мы хотим сказать, что итый элемент последовательности x равен y, это, в общем-то, означает вот что. Пара и x принадлежит. Да, а это все мы уже будем говорить. Поэтому, имея дело с кодами последствий, вот мы можем говорить об их итых элементах. Да? Ну, длина последовательности как здесь выражается? Ну, можно так сказать, что вот h от x меньше или равен n, да? Ну, тогда и только тогда, когда существует такое, что и вот так. Так выражается, ну, тот факт, что длина x не более не превосходит n. Ну, а если мы можем сказать, что она, значит, она не превосходит n, мы можем сказать, в каком случае длина точности равна, что она не превосходит n там, ну и заведомо, так сказать, и неверно, что она не превосходит n плюс n. Это про наши последовательности. Ну и теперь нам пора заходить в кодированную форму. Давайте мы этот момент осветим. Теперь мы, имея вот это все, имея кодировку, причем выразимую ограниченными формами, нам нигде никакие неограниченные кванторы здесь вообще не понадобятся. Мы начинаем пытаемся заставить арифметику говорить о ней самой. Для этого вспоминаем базисный набор символов, который был в нашем языке. Я с этого начал сегодняшнюю лекцию. Давайте мы что-нибудь похожее воспроизведем. Значит, там был символ ноль, да, был символ штрих, плюс, умножить. И это вот эта функция, да, меньше или равно, предикаты. Дальше пошли, что у нас пошло, логические связки и кванторы, да, но я их все не буду, достаточно двух логических связок, скажем, двух кванторов. Хватит нам таких символов, чтобы записать все, что есть в арифметике. Ну, наверное, все-таки не хватит. У нас еще бывают переменные, да. И у нас еще есть кое-какие вспомогательные символы, вроде скобок. Но что такое, когда мы пишем вот тут, например, y, x, это тоже какие-то символы, правильно? Но если мы их, так сказать, ну, потенциально количество нужных нам переменных вроде бы не ограничено. Поэтому давайте мы договоримся так, что переменные там, x, y, z и так далее будут в своем собственном конечном алфавите вот так. У нас будет некий новый символ, вертикальная палочка, и мы x будем записывать как v палочка, переменная 1, да, y будем записывать как v 2 палочки, z как v 3 палочки, ну и дальше пошло. V с палочками это будет означать даже с переменную. Вот. Значит, символ V у нас тут появился, нам не жалко. Ну и скобки, да, две скобки. И, наконец, новый замечательный символ запятая. Жирная запятая, не путайте с вот этой запятой. Это та запятая, которая участвует в записи аргументов функции, да. Бывает нужно. Хорошо, значит, ну вот этого уже на самом деле.
не знаю сколько, но давайте мы их перенумеруем. Перенумеруем, скажем, с единицы начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Получилось. Сколько их, не очень важно, но их конечное число. И это будут эти номера, это и будут коды каждого из этих символов. Когда мы пишем какое-то высказывание арифметики, ну, например, давайте мы чего-нибудь скажем. Например, когда мы писали, наша знаменитая формула, существует y такой, что x плюс x равно y плюс y равно x. Ну, вот такая формула. Может быть, какая-нибудь совсем другая формула. Но вот мы видим, что в этой формуле, да, вот наша последовательность символов. Ну, мы теперь ее должны x и y переведить, так сказать, записать, как полагается, через воле, да? Тогда у нас получится так, существует в две палочки скобочка, в две палочки плюс в две палочки равно в палочке. Вот это наш совсем уже низкого уровня формализованный текст. Набор символов порядочек. Да? Можете посчитать, сколько их тут будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 16 символов. Вот, отлично. Значит, мы должны сопоставить ему Гёдолев номер или код. И вот тут-то как раз наше все, весь наш аппарат и начинает, как говорится, играть яркими красками. Значит, мы теперь это все воспринимаем как некоторую последовательность натуральных чисел, да? А именно чисел от 1 до 16. Давайте мы можем их тут подписать, так сказать, для простоты. 11, 13, 12, 12. Немножко приходится больше места себе давать, да? Я пишу последовательность кодов этих символов. 12, скобочка пошла, 14, 13. Надо было этим вспомогательным символом дать поменьше номера, да, тогда бы у меня быстрее дело пошло. Но принципиально это не важно. Да, 12, 13, где я был? Вот тут плюсик. Это что у нас? 3. 3. 13 равенство 7. В 13 я уже запомнил. 5, 4, 12. Вот так вот. И сколько? 15. Вот такую мы создадим последовательность. Теперь, если мы посчитаем, чему равно значение этого огромного, прямо скажем, выражения, ну вот так, как написано здесь, это будет сумма степеней двоек, там через пары, то мы получим некое число n. Посчитать его трудно, но возможно. Ну и что мы говорим? Так вот это и есть наш Гёдолев номер. Да? Вот если вот эта формула была φ, то тогда мы говорим, что Гёдолев номер φ равен n. Вот. То есть нам удалось к концу этой лекции, скажем так, честно, от и до, предъявить Гёдолеву нумерацию. Гёдолева нумерация ровно та, которая сработает. К ней не нужно ничего, так сказать, в ней ничего не быть. Нужно только теперь долго и упорно записывать разные свойства того, что нам нужно. На языке арифметики. Значит, вот мы выполнили пункт 1. Вот она, Гёдолева нумерация. Теперь пункт 2. Нам осталось сказать, выразить в языке арифметики предикат доказуемый. Это распадается на ряд более простых определений, которые я могу произнести сейчас быстро по-русски. Но это все нужно, как говорят, арифметически запрограммировать. То, чем мы сейчас занимаемся, пиша вот эти все ограниченные и сигма-формулы,
это и есть на самом деле программирование в арифметическом языке. Причем в прямом смысле. То, что мы пишем, интерпретируется как вычислительный процесс. Да? В силу теоремы, о которой я говорю. Так что, вот. Так вот, формула, скажем так, доказательство в системе ПА – это последовательность, это конечная последовательность формул, каждая из которых либо является аксиомой, либо получается из предыдущих по одному из там, двух конкретных правил выбора. В этом то, что я произнес, записывается как таковое в арифметике, если мы сумеем выполнить, так сказать, под программу, а именно сказать, что такое формула и что такое правило вывода. А все остальное уже сказали. Мы знаем, что такое последовательность формул, да, это вот большое натуральное число, кодирующее эту конечную последовательность. Так что вот теперь нам нужно, каким образом, для того, чтобы понять, что такое вывод, надо определить, что такое формула, что такое правило вывода и что такое аксиома. Ну, хорошо. Что такое формула, это как более элементарный шаг. Что такое формула? Формула – это последовательность букв, конечная последовательность букв нашего алфавита, полученная по определенным правилам построения формул, которых тоже есть конечное число, мы все их можем назвать. Ну, какие, например, есть правила построения формулы? Ну, такие, например, что если А формула и Б формула, то тогда вот такое выражение, скобочка А, знак конъюнкции Б, скобочка тоже будет формулой. Это тоже такое, как говорят, индуктивное правило построения. Если мы уже знаем, что есть формулы А и Б, то мы можем получить вот такой объект, который тоже будет по определению формулой. Это последовательность символов, которая имеет индуктивное построение. То есть существует такая последовательность выражений, каждая из которых является формулой, каждая из которых получается из предыдущих по одному из этих правил построения. То есть понятие формулы примерно такую же структуру имеет, как и понятие вывода. Все это записывается в наших конечных последовательностях более или менее напрямую, хотя и долго. Когда мы все это запишем, мы получим формулу P. Получив формулу P, мы по существу докажем, завершим доказательство нашей теоремы Гёделя, потому что все, мы, так сказать, все, что относится к 3, мы уже открыли. Ну вот так это более или менее работает.